Здорово, с вами Арталаски, и в этом видео хочу рассказать подробно о своем курсе, который вышел буквально сегодня. Научиться рисовать красивые фоны для игр не так трудно, как кажется, особенно если дело касается пиксель-арта. Смотри это видео до конца и получи приятный бонус. И я рад наконец представить вашему вниманию свой новый курс по созданию пиксельных игровых фонов в Adobe Photoshop. Он является прямым продолжением моего основного курса по пиксельной графике и содержит в себе все необходимые теоретические знания и практические навыки, с которыми вы уверенно сможете создавать собственные игровые фоны. В рамках курса мы нарисуем 7 совершенно разных и не похожих друг на друга фонов, используя множество разных техник и приемов. Вы научитесь разрезать фоны на слои для эффекта параллакса, делать постобработку, мастерски научитесь владеть множеством инструментов фотошопа, которые значительно ускорят ваш рабочий процесс. Научитесь совмещать традиционный пиксель-арт с современными техниками, правильно применять градиенты, подбирать красивые цвета и палитры, самостоятельно красить ваши бэкграунды несколькими способами и более того, делать их бесшовными, то есть затайленными. Конечно же, научитесь экспортировать вашу графику в Unity и другие игровые движки. Также в курс включены исходники каждого фона, PNG-версии с постобработкой, набор кистей, созданных в рамках курса, и даже конструктор фонов последней версии включен сюда в качестве приятного подарка. А с вами был Арталаски, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и увидимся в новых видео. Пока!